Это заброшенный город Припять. Здесь можно встретить разных монстров. Когда-то очень давно здесь произошел взрыв. Из-за радиации люди покинули свои дома. Совершенно пустой город. И остался таким на долгие годы. А что сейчас происходит в нем, мы узнаем в этом видео. Всем привет, ребята! С вами Нубастер, и, короче, вы не поверите, где я. Знаете, где я? Обалдеете! Я в городе Припять, ребята, совершенно один. Представляете? Это тот самый заброшенный город, в котором взорвалась атомная радиостанция. Не радиостанция, а станция. Да, атомная станция. Она взорвалась, короче, и здесь никого нету. Представляете, ребята, обалдеть. Я здесь совершенно один в этом городе. Но это, кстати, очень интересно, потому что в этом городе вообще обалдеть сколько монстров. И сейчас я вам докажу и покажу. Я уже, кстати, снял много роликов про это. Кто смотрел... Ставьте лайкосики, и на этом ролике давайте спустимся. Мы, короче, находимся в заброшке. Я забрался на такой... О! Здоровый дом, ребята, смотрите. Настоящий здесь. Это полностью аналог Припяти. Да, ребят, если хотите, посмотрите в Google картах, как выглядит заброшенный город Припять. Обалдеть, ребята. Здесь вообще никого нет, но кроме меня и кучи монстров, кучу зомби. Уже наступает утро, я прожил целую ночь в этом городе. И вы спросите, как ты так сохранился, Нубастер, как ты остался в живых? А знаете как, я просто забрался по этой лестнице. Это, наверное, за стенкой. Не нужно прям так бояться монстров. Они там где-то в домах прячутся постоянно, ребята. Вот видите, вот. Вон, видите они? Да, они в домах. Но они, конечно, могут из щелей вылезти. Но днем они, кстати, не вылазят совсем почти. Ночью их просто очень много. А днем можно встретить вот таких вот миленьких созданий, как вот коровка. Видите, коровка, значит. Так, мы пойдем, короче, прямо... Так, пойдемте. Так, вот на этом доме я был в Припяти, короче, значит. И... Скромник Гренни Картун Кэт. Все они идут к тебе. Подпишись и лайк поставь. Их уйти ты так заставь. И, значит, мы пойдем прямо. И я думаю, мы сегодня встретим какого-нибудь монстра. Давайте я вам заодно покажу, что здесь вообще есть. Смотрите, какие-то штуки непонятные, в общем. Мы совершенно одни, ребята, одни. Обалдеть, надо было хоть своего друга взять. Кстати, хотите со мной походить по Припяти? Можете ко мне подключиться здесь в Майнкрафте, потому что эта карта полностью клон настоящей Припяти. Ребята, давайте скорее искать этого какого-нибудь голового, потому что я здесь их уже очень много видел, и сейчас я вам покажу. Пока что я никого не вижу. Давайте запущу свой дрон. Дрон сейчас запущу, короче. Дрон сейчас, он пойдет и будет следить. И у него, кстати, пушки есть. Видите, пушки? Пушки детям не игрушки. Он меня будет защищать, если вдруг что-то пойдет не так, и монстры меня начнут атаковать. Но обычно они не атакуют днем, они атакуют ночью. Но на всякий случай. Давайте пойдем, короче. Я не знаю, кого мы сегодня встретим, но я думаю, что кого-то сегодня встретим. Ребят, надо было, наверное, с собой скейт взять или самокат, потому что, конечно, так тяжко передвигаться. Просто пешком я хожу, короче, здесь. Просто пешком. И сегодня я, надеюсь, я успею, пока не наступила ночь, найти какого-нибудь голового, ребята, потому что это ужасно, ужасно страшно искать совершенно одному. Ну, конечно, вот не то, что одному, вот видите, я хотя бы с дроном своим иду, но дрон кого-то заметил, ребята, короче. Видите, как он реагирует на всякие предметы. Давайте посмотрим. Ну, вроде бы никого нету. Ты чё, дрон? Давай, следуй за мной. Эй, что там завис? Кто меня будет защищать? Вот все, молодец. Все, пойдемте. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Короче, я не знаю, кого я сегодня встречу. Нет, туда не пойдем. Что-то там какие-то звуки непонятные. Так, посмотрим, что здесь есть. Так. Круто так, ребят, когда лето на улице, когда лето и. Ребята, вы видели? Вы
видели, ребята, обалдеть, это же... Кстати, как нам повезло, ребята, представляете? Мы встретили сиреноголового, ну не просто даже сиреноголового, яйцеголового, ребята, хотите, я вам покажу сейчас яйцеголового, только не шумите, не шумите. Вот видите? Настоящие яйцеголовые! Обалдеть, ребята! Хотите, я к нему подойду поближе и покажу вам его, пока не наступила ночь. Смотрите, сейчас дрон его будет атаковать. Нет, он его пока что не... Он даже дрон боится его атаковать, ребята. Мой дрон. Наверное, я дождусь ночи и пойду ночью. Потому что опасно. Меня видно очень хорошо, а ночью меня не видно. Так что, ребята, подписывайтесь на канал и ставьте лайкосики, если вы хотите, чтобы я вам показал, как я вот к этому яйцеголовому подойду ночью. А пока что я здесь спрячусь и со своим дроном. Он меня не видит, ребят. Наверное, поднимусь на этот дом. Ставьте быстрее лайк, если хотите узнать продолжение, ребята. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ведь начнется сегодня экшен. Всем пока.